open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Всем доброе утро! Сегодня у нас все дома. На завтрак у нас оладушки. И сделала еще горячие бутерброды. А то многие пишут, что мы не наедаемся. Вот, сделала еще бутерброды. А оладушки будем с джемом. Сметана у нас закончилась. Всем налила свежий чай и достала мальчишкам вот эти последние. Эммануэлю старшему и вот эту вот пюрешку у нас. Добрый день! У нас обед. Доедаем супчик куриный. И осталось еще фунчозом. Младший ребенок проснулся сегодня совсем поздно, поэтому кушать не хочет. Покушает попозже, значит. А также у нас хлебушек, майонез. Все, всем приятного аппетита. Сейчас обедаем и едем на дачу. Сейчас отправимся на дачу. Думаю, будем там до вечера, поэтому возьму с собой на всякий случай гречку. Тушенку вот эту вот, которая у нас была, я вам показывала. И большую луковицу. Думаю сделать там гречку с тушенкой. Приедем поздно, поэтому будет уже не до готовки. А там на каминчике быстренько все сделаем. И поужинаем там. Специи у нас там есть. Там есть соль, масло растительное, перец. Что там еще? Приправа какая-то я увозила. В общем, заправить есть чем. И также у нас там зелень растет. Сделаю какой-нибудь легкий салатик. Остатки фунчозы тоже забираем на дачу. Там она у нас как раз на перекус уйдет. Ну и мальчишкам возьмем остатки фруктов. Там у нас груши, бананы остались. По дороге на дачу муж заехал в Пятерочку. Вообще нужно было купить хлеб, что-нибудь мальчишкам попить. Но он купил еще большую газировку, аж на 2 литра. Газировка, конечно, не особо бюджетная. Но нам хватит такой на 2 дня. А вообще ее в основном пьет муж. Мы пьем воду. У нас время уже 7 вечера, приступаю к ужину. Здесь уже достала тушенку. Тушенка, кстати, вот эта вот очень хорошая, в ней много мяса, нет никаких жилок, только жирок, немного желе и мясо в основном. Также начистила уже, порезала луковичку и сварю, наверное, 3 пакетика гречки. Все, сейчас растапливаем наш камин и идем готовить. Гречка сварилась, тушенка с луком тоже уже достаточно прикипели, лучок мягкий, сейчас соединяю тушенку с гречкой и ужин готов.
Нарвала здесь свежих овощей, редисочку, укропчик, лук и также наше коронное блюдо – гречка с тушенкой и луком. Получилось очень сочно и очень вкусно. Будем есть прямо со сковороды, так вкуснее. Ну а деткам разложу по тарелочкам. Все, всем приятного аппетита!